Это не описать. Чувство, что наконец-то вот ты сядешь, вот эта свобода, вот это будет действие. С молоду увлекаюсь мотоциклами, а сейчас на пенсии что делать? Только здесь и потусоваться, на людей посмотреть, на молодежь. Много разной техники, вообще прикольно, интересно здесь. Это ежегодное, обязательное для участия мероприятие открытия мотосезона. Праздник для нас, да. Байк-фестиваль – это ежегодное мероприятие, знаменующее собой открытие, закрытие мотосезона во Владивостоке, ну и в Приморье в целом. Собираются все байкеры, ну, не только с Приморья, едут с Хабаровска, с Сибири даже, даже есть с Камчатки люди, из Сахалина. Это, во-первых, слет друзей, все, кто зимовал, готовился к этому, потом отошел от зимней спячки, подготовил своего железного коня, и приехал сюда встретиться с друзьями, знакомыми, пообщаться, обменяться впечатлениями, рассказать о своих планах на этот сезон. Вот. Ведутся отдельно байк-конкурсы разные. Это у нас ведущий есть Наполеон Бессменный уже. Он придумывает всякие интересности для мотоциклистов. У нас мотоянгерсы, это вот малыши, которые катаются. Вот они показывают свои достижения уже в самом юном возрасте. Мото-джимхана, то есть это медленная езда сквозь, там, через препятствия какие-то. И мероприятие прежде всего показывает мотокультуру гражданам, показывает, что это большое единое сообщество разных людей, объединенных одним увлечением. У меня уже это 7-й мотосезон, и мы каждый раз приезжаем и на открытие, и на закрытие. Я вообще сначала мотоциклистов ненавидела, вы не поверите. С рождением первого ребенка я ненавидела этот звук, я их терпеть не могла, я была готова убить каждого. А потом меня просто один раз прокатили двойкой, и я поняла все, я влюбилась. Мы просто устали стоять в пробках и купили мотоциклы. Думаете, это какая-то любовь? Нет, это просто вот, чтобы пока все стоят, мы ехали и вот смеялись над всеми. Только ради этого. И мы моем свой мотоцикл. Это подготовка наша. Всю зиму ремонтируем. Всю зиму. Неофициально мы открываемся, вот как только снег растаял. А официально первая суббота мая всегда было, еще с рокеров 70-х. Они вот этот день как-то выбрали. И мы придерживаемся традициям. И открываемся традиционно вот в первую субботу. Как мы пришли к мотоциклу? 15 лет мне, это было 15 лет назад, очень было скучно жить, в принципе. Вот. И я решил, что буду копить на мотоцикл, обязательно стану мотоциклистом, чтобы вот, пить, бухать и катать девочек. То есть это была моя цель в жизни, я думаю, у Славы была такая же цель. Вот. И в 16 лет я ее выполнил, и все, и я стал мотоциклистом. Это для души прокатиться туда-сюда. Машины современные, у нас таких не было в молодости. Я за спокойную езду, что на машине, что на мотоцикле. Спокойную, без аварийной езду, тогда до старости доедешь. Как видите, мы в джинсах, но вообще это, опять же, это практичность. То есть кожа, она не промокает, она не продувается, только вот из-за этого. Долговечная. Да, долговечная. Трико. А, про черепа. Черепа, они в нашей как бы мифологии байкерской, они отпугивают смерть, так как мы всегда по лезвию ножа ездим как бы на краю. И презирание. Да, мы презираем смерть, отпугиваем ее, как бы смеемся ей в лицо. Поэтому как бы, поэтому черепа, вот это наше, ну, сопровождение извечное. Ну вот это я купил основу, а это свое украшение. Байкеры уроды, алкаши. Что еще говорят про нас? С
самые агрессивные люди на свете. Все правда говорят абсолютно. Может быть, единицы есть, как и среди всех людей. Я так думаю, это все-таки от зависит от мотоциклиста, от его воспитания все-таки. Потому что мотоциклист мотоциклисту рознь. Есть люди адекватные, которые все это воспринимают, которые, да, там вежливые в дороге, да, там есть, конечно, да, безбашенные. От стереотипа нужно вообще исключать из своей жизни. Это глупость. Поэтому чем меньше стереотипов у вас, тем лучше. На мотоцикле у тебя по-другому восприятие вот этого вот окружающего мира. Ты просто едешь, чувствуешь дорогу, ветер в лицо, всех этих мух прекрасных. И поэтому это неописуемо. Это вот прям настолько классное ощущение вот этого вот полета, вот этого вот именно полета, это очень здорово. В душе байкера есть вот три праздника. Это открытие, день мотоциклиста, день рождения, а закрытие — это грустный, получается, праздник. Грустная дата, получается.